Даниэль, привет. Здравствуйте. Интересно послушать интересную музыку. Я бы даже сказал, для непосвященных людей несколько необычную. Скажи, название «Нарциссус», ну, это аллегория, да? То есть, ну, как это, синоним в переносе, да, все знают, что такое нарциссизм, да, то есть это именно то, о чем я говорю сейчас, или это... Да, именно. Или, это, или это банально в честь цветка? Древнегреческий миф, очень интересный. Надеюсь, все слышали о нем. А вкратце, для тех, кто не слышал, что это за миф? Для прекрасного, влюбленного в себя юноши, который смотрел свое отражение. А, бесконечно смотрел свое отражение. И чем все закончилось-то? Для него печально. Надеюсь, для тебя в твоем творчестве это так же печально не закончится. Конечно. Слушай, как называется этот стиль, в котором ты работаешь? У меня электроника, это Dark Wave, Dark Electro. Электронная музыка, смешанная с готикой. Угу. Ну, тут, я бы даже сказал, присутствуют легкие элементы какого-то хоррора. Это тоже входит в состав, да, в этой смеси гремучей? Обязательно, да. Dark Wave, готика и прочее. Конечно. А чем навеяны вот тексты, откуда черпаешь свои? Жизненные ситуации, образы по-разному бывают. Вот, допустим, спилили деревья в этом году, мне захотелось про это написать. А, ну в одном из клипов, да, ты же Конечно, сделала. Да. Как устроили геноцид деревьям, и у нас спилили ивы. Ну, вообще говорят, что это полезно для деревьев, обрезку делать. Под пень? Я так не под думаю. Пень, да, под пень, да. Ну, хорошо, ну, допустим, это про деревья. А вот остальные композиции, то есть песни, ну, простые банальные истории, жизненные ситуации. Истории, образы, главное все красиво преподать. Допустим, та же банальная какая-нибудь история любви, обыграть ее красиво, написать красивый стих, красивую музыку, хорошо исполнить и... Ну, то есть практически все твои композиции – это такое перевоплощение простых жизненных ситуаций, да? То есть, да. Ну, в твоем, только в твоем как Обыгрывание бы... образов этих ситуаций в моем варианте. А кто аранжировки тебе пишет? Я пишу. Сама пишешь? Конечно. Интересно. А с кем сотрудничаешь? Есть какие-то варианты там? Может живых музыкантов... Не думала себе коллектив какой-то? Ну, да, у меня завести? Был проект, но это был не «Нарциссус», а просто живая музыка, команда распалась, и поэтому я думаю, что лучше делать в одиночку, так надежней. А надежнее чем надежней-то? Ну, команда раз и распалась. А тут уже сам себе пишешь, сам делаешь. Ну, никто не подведет, кроме себя. Ясно. А на какой музыке вот ты сама воспитывалась? Может, кумиры какие-то? Ой, стыдно говорить. Чего? Ну, мои родители слушали попсовую музыку, старую. Алла Пугачева, София Ротару. Ну, что приходилось зачатки. Ребенку слушать помимо воли? Зачатки классики, хоть и навязаны, все равно есть. Как бы, к сожалению, советской. Рокеров не было. Ну, а потом же ты ж выросла и какие-то там, я не знаю, ну, очень близко творчество, да, к творчеству Мэрилина Мэнсона, опять-таки. Ну, то есть, ну, да нет, ну, нет по вам крайней показалось. Мере, по крайней мере, образами. То есть... Это не тот немножко, да? Да, я думаю, это совершенно не то, но хотя, может быть... Ну, я не про музыку, я не про музыкальный стиль, а именно образы, да? То есть все-таки элементы готики и там есть, да, частично, и здесь есть. Ну, и тем не менее, к вопросу, а вот какую музыку вообще предпочитаешь? Ну, Dark Electro слушаю уже года с 10-го, уже лет 8. А какие коллективы вот. Играют в этом жанре? Ой, очень много. Аганоид, Синтрон, их много перечислять. Ну, очень понятно. Хорошие команды, ну, не знаю, насколько здесь у нас популярен этот стиль. Снова пошло из Европы. Но у нас думаю, здесь, что не популярен. Думаю, что многие люди это слушают. Но тем оно и хорошо. Ну, мы для чего тебя и пригласили в студию, чтобы, как говорится... Развивать данный люди, стиль. Да, люди познакомились с этим стилем, как бы, чтобы не пугались. На самом деле, тут как бы... Да, не пугайтесь, картинка, это всего лишь образы. Это просто, всего лишь да, образы, да. Да. То есть об этом мы и хотим, да, донести до людей, что это просто образы, ничего... Просто многие люди боятся, они видят там черный цвет, черные губы, сразу думают, какой-то негатив, там кладбище, убийство. Да, все, ну, там, какой-то это всего самый. Лишь спектакль, образы. Самый обыкновенный спектакль. Слушай, а какие планы на будущее? Альбом, ну, я не знаю, продолжать. Гастроли? Альбом уже у меня есть. Зовут куда-нибудь, ну, с концертами, с какими-то? Ну, с концертами у нас сейчас туго. Многие рок-клубы закрылись, сами знаете.
Вот, ну, поэтому, к сожалению, в таком стиле выступить редко где можно. Ну, а когда, пока были открыты, как бы, ну были несколько концертов «Витамин», еще там некоторые клубы были. А, ну, это было черти когда, да, уже? Да, давно. «Витамина» уже не осталось. Да, я понял. Но, тем не менее, народ же приходил, то есть люди знали. Да, ну, были вечера готические, что... там выступали, конечно. Ну, у нас вообще много людей, да, ну, понятно, что их мало, но в целом-то это свой определенный круг, наверное, определенная тусовка. Да, пусть будет это лучше избранный круг, которым действительно будут любить и слушать. Ну, их как, много таких людей или... Ну, честно говоря, даже не знаю, как вести тут статистику. У нас именно по Крыму, думаю, не слишком много. Ну, я думаю, все друг друга знают и все между собой общаются, да? То есть, в принципе, да. Это достаточно узкий круг. Хорошо, а в твоих клипах, в некоторых, да, в работах у тебя, ты не сама, у тебя там есть еще там люди, да, которые участвуют. Это тоже часть твоего проекта «Нарцисс» или это просто это знакомые, друзья, приглашенные, да, которым было любопытно поучаствовать в моем проекте, попробовать себя. В роли актеров, да? Актеров. Ну, не у всех, правда, получилось, как того хотелось бы, но все равно всем спасибо огромное за поддержку. Ну что ж, Даниэль, желаю тебе успехов творческих, как говорится. Желаю, чтобы публика понимала, что это ну, жанр, в который это всего лишь постановка, да, как обычно, да. Обыкновенный спектакль, скажем так, только под музыку. Желаю тебе успехов, и чтобы это понимание было, и, как говорится, будем ждать еще у нас в гостях. Большое спасибо, Александр. Всего доброго. Это было Rock'n'Party на ТВФМ. До новых встреч. Увидимся ровно через 2 недели в 20:10. Не переключайтесь. Девушка, постойте. Надеюсь, чтобы не уходил, хорошо?